Сегодня мы расскажем о предупреждениях Организации Объединенных Наций об угрозе глобального голода из-за пандемии коронавируса. Кризис, который мы все проживаем сейчас, грозит удвоить число людей, страдающих от недоедания. По прогнозам ООН, их число к концу года возрастет до 265 миллионов человек. Это будет означать, что еще 130 миллионов будут жить на грани голода, в основном из-за экономических последствий эпидемии, из-за которой возникли проблемы с заработной платой, цепочками поставок и гуманитарной помощью. На прошлой неделе Международный валютный фонд констатировал, что мировая экономика, вероятно, переживает худший финансовый кризис со времен Великой депрессии, прогнозируя, что глобальный экономический рост сократится аж на 3% в 2020 году. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что мир столкнулся с худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны, и человечеству необходимо обеспечить продовольственную безопасность. Программа ООН в настоящее время предлагает помощь почти 100 миллионам человек, но коронавирус может затруднить доступ к продовольственной помощи, и поэтому организация призывает США предоставить большую поддержку в этом вопросе. Анализ Дэвида Бизли показывает, что порядка 300 тысяч человек будут умирать от голода каждый день в течение трехмесячного периода. Чтобы избежать этого пессимистичного сценария, Бизли и его организация запросили 350 миллионов долларов в виде нового финансирования для создания сети логистических центров, которые могли бы обеспечить работу глобальных гуманитарных цепочек поставок. Он также настоятельно призвал всех, кто задействован в любого рода конфликтах, обеспечить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к уязвимым общинам. В прошлом году 10 стран, пострадавших от конфликтов, экономических кризисов и изменения климата, были определены как наиболее подверженные риску острой нехватки продовольствия. Хуже всего ситуация в Йемене, Венесуэле, Южном Судане и Нигерии. Руководство Всемирной продовольственной программы отмечает, что пандемия коронавируса – это сокрушительный удар по миллионам людей, которые могут поесть, только если что-то заработают. Изоляция и глобальный экономический спад уже уничтожили их заначки на черный день. И требуется всего лишь один толчок, такой как COVID-19, чтобы толкнуть их через край. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео.